Забота о стариках – дело чести и совести каждого. В канун Нового года в Тарасском доме престарелых номер 2 прошло праздничное мероприятие. Преподаватели и студенты колледжа модельного искусства и бизнеса «Аспара» пришли поздравить и вручить подарки пожилым людям. Студенты приготовили большую программу, состоящую из песен, стихов и танцев. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Старики всегда рады такой встрече. Они с удовольствием подпевают и сопровождали все номера аплодисментами. В завершении был накрыт праздничный стол коллективом колледжа «Аспара». Пожилые люди, в свою очередь, выразили благодарность за теплые поздравления и оказанное внимание. Сегодня от колледжа «Аспара» много неравнодушных людей пришли проведать нас. В новом году я желаю семьям этих людей счастья, здоровья и богатства. Выражаю огромную благодарность всему коллективу колледжа «Аспара».